проводим исследования чаще всего по органолептическим показателям. Это запах, цветность, мутность, хлор. Хлор контролируется каждый час на водозаборах. На Вилижанском водозаборе жесткость 5,4 градусов жесткости, на Метелевском водозаборе в зависимости от сезона от 1,5 до 4. Максимальный показатель жесткости 7. Вода у нас в водоканале на водозаборе контролируется на всех этапах очистки, то есть исходная вода после каждого сооружения и на выходе. Кратность отбора не менее 1 раза в час. Соответственно, вода у нас полностью очищается, обеззараживается. Вода у нас питьевого качества, безопасная.